Добрый день. Меня зовут Шафа. Я профессиональный тренер, фитнес-тренер и преподаватель восточных танцев. А также я сейчас, на данный момент, являюсь ученицей Галины Робышевой, профессионального астролога, психолога, персонального коуч-консультанта и просто прекрасной женщины, прекрасного человека. Я прохожу женский курс на протяжении года. И благодаря этому женскому курсу в моей жизни произошли колоссальные изменения. Хотелось бы рассказать вам историю до. До встречи с Галиной и до прохождения курса я была замкнутой, я была закрытой, у меня были большие страхи, сильные страхи, страхи, которые не давали мне идти вперед. Благодаря этим курсам, благодаря тренингам, благодаря марафонам, которые мы проходили с Галиной, я все это смогла преодолеть. Конечно же, было нелегко. Очень тяжело было преодолевать свои страхи, установки детские, которые практически зомбировали мое, скажем, существование, да, то есть человек, я не могла идти вперед, я не могла двигаться, развиваться. Было очень тяжело, тяжело в мое, скажем, существование, да, то есть человек, я не могла идти вперед, я не могла двигаться, развиваться. Было очень тяжело, тяжело в плане того, что вплоть до того, что я позвонила один раз Галине, она мне сказала, что: «Галин, я уже не могу, я схожу с ума, и мне нужно просто уйти и оставить все это дело». Галина мне объяснила все. Она объяснила мне, что я выхожу из зоны своего комфорта, то есть мне нужно продолжать. Благодаря ее поддержке я продолжила женский курс. Действительно, действительно, через некоторое время это вот была такая точка, и я начала шагать от этой точки, и после этого у меня открытия пошли. Открытие в профессиональной своей деятельности, открытие женственности, что самое немаловажное. Я начала осознанно подходить к жизни, я начала замечать прикраски в жизни, что жизнь действительно радует, что в жизни не все так плохо. Я начала жить здесь и сейчас, понимать жизнь. И все стало на свои места. Я изменилась. Я изменилась на 180 градусов. Я стала другим человеком. И у меня поменялось окружение. У меня поменялись друзья. У меня поменялись взгляды на жизнь. У меня поменялось...